Узнав о том, что у нас в городе будет проходить тестирование Центра гуманитарных технологий, мы решили сходить всей семьей и провести эти тесты для нашей дочки. Вот. Значит, нам рассказали о принципах этой программы, вот, о тех заложенных алгоритмах. И вот сейчас мы имеем результаты, которые во многом подтвердили наши догадки. Вот. С нами провели беседу, подсказав, на что надо обратить внимание. И это действительно было очень важно, особенно перед процессом окончательного становления и выбора как профессии, так и направления в принципе в жизни. Вот. Потому что очень многое меняется, многие специальности, специализации, они уходят, приходят новые. Вот. И очень важно сейчас то, как нам и рассказывают, раскрыть потенциал человека. Этот человечек нам очень дорог, и этот центр нам, мы надеемся, помог. Будем верить в то, что ей поможет добиться многого и раскрыть себя. Спасибо вам.